Проект по удаленному мониторингу здоровья пациентов с COVID-19 запустили на Камчатке. Робот-помощник позволит снизить нагрузку на врачей и обеспечит должное внимание пациентам, которые проходят лечение на дому. Новая система позволит в постоянном режиме дистанционно отслеживать состояние здоровья пациента, проходящего амбулаторное лечение на дому. В помощь врачам поликлиник пациентов будет обзванивать робот-помощник. Робот будет опрашивать пациента о текущем состоянии здоровья, автоматически отмечать динамику изменения состояния самочувствия. В случае выявления ухудшения самочувствия оперативно передаст данные для проведения срочной дистанционной телемедицинской консультации с врачом, а также о необходимости посетить пациента на дому непосредственно лечащим врачом. В экстренных случаях врач в рамках телемедицинской консультации самостоятельно организовывает вызов скорой медицинской помощи. Новая система призвана обеспечить оперативность и доступность медицинской помощи для каждого пациента, что позволит в том числе и системе здравоохранения края повысить внимание ко всем заболевшим, ограничить количество возможных контактов здоровых жителей края с инфицированными пациентами, а также снизить нагрузку на врачей поликлиник в период роста заболеваемости. В Краевом министерстве здравоохранения добавили, что голосовой робот проводит опрос в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Если пациент не предоставил данные голосовому ассистенту, ему звонит сотрудник службы дистанционного мониторинга.